Рада вас приветствовать, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новую серию видео, которая будет посвящена анализу и обратной связи по поводу интернет-магазинов. То есть я в своих видео дам вам свой взгляд на то, какой интернет-магазин достоин внимания. Более того, мы сможем с вами увидеть, для кого, на кого ориентирован определенный интернет-магазин, есть ли там какие-то ориентиры на, допустим, определенный колорит или определенный стилевой типаж. Второй интересный момент. Мы обязательно посмотрим, как работает этот интернет-магазин, какие правила, в том числе возврат вещей, насколько организована поставка и так далее. В современном мире мы уже готовы к тому, что стилисты будут нам помогать находить свои вещи не только в живом магазине, который расположен рядом, да, или который в торговом центре находится, но и в интернет-магазинах. И поэтому сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, и в дальнейшем это будет серия видео, тому, как я познакомилась с этим интернет-магазином, довольна я им, недовольна, какие у меня замечания к ним, какая история возврата есть и так далее. Потому что на сегодняшний день есть много таких тонких мест, которые мешают нам с интернет-магазинами более плотно работать как стилистам и более уверенно покупать как покупателям в интернет-магазине. Поэтому эту серию видео мы начинаем сегодня с анализа магазина Floriday. И более того, это будет тоже история с продолжением, потому что прямо сейчас есть определенный диалог у меня с, скажем так, диспетчерами магазина. Я вас обязательно с ним познакомлю. Ну что ж, предисловие сказано, достаточно. Итак, давайте знакомиться.